Так, я вернулся. Минут 40 меня не было. Прошелся по поселку. Здоровый пакет. Полный, забитый яблоками насобирал. 74,8 вес. Я ничего не ел, мочился. Вот. Это то, что за сегодня я насобирал. В основном 80% яблоки твердые и зеленые. Но мне не выбирать. Буду резать. Может, терку куплю, может, как-то, не знаю. Иначе они просто сгниют. Дерево я ничего не рвал. На дереве целых нет. Лучше всего собирать на земле. Уже. То, что на земле, значит, уже не нужно. По сути, можно еще сходить. Но я не пойду. Может, завтра нападает, но проще тогда схожу завтра. Сегодня достаточно. Твою дивизию, ты Ганя. Блин, 74,8, по-моему, да? Нет, все-таки 8. Я уходил бы 8-4-9. Так, пора поужинать. Походу тоже какой-то белый налив.
Он там может быть и белый, но какой-то твердый. Висело и гнило. Поднял только из-за косточек. Даже видно по косточкам, что они здоровые.
это последнее я пока сейчас дочищу. Надо придерживаться правил питания. Не переедать. Надо сейчас почистить, а потом на завтра оставить. Но или постепенно, не давя съесть сегодня. Потому что будет дурнить и продолжать.
Да, куча мала вышла.
больше. Восточная мудрость. Какова пища, такой и ум. Такой ум, такое сознание. Такое сознание, такие желания. Такие желания, такие действия. А какие действия, такая и судьба. Эта мудрость подтверждается опытом моей жизни. И жизни моих родичей. Я все-таки переел. Это просто невероятно. Раньше, чтобы переесть, у меня был настолько большой желудок, что переесть, я мог съесть две порции миски каши. Сейчас я съел, сколько там, не знаю, максимум 5 таких вот целых яблок. И тех не будет. Яблоки были меньше, чем такие, я еще обрезал. 3 яблока целых я точно съел.
Я чувствую, что я, ну, я насытился. Но вот по вкусу, вот я бы еще бы больше бы съел, но вот я переел, реально я переел. И потому что желудок сокращается постепенно. Насыщение гораздо вот это вот переедание чувствую наступает быстрее. И ну, как бы усваивается большая часть самого этого продукта. И насыщение приходит быстрее. Но то, что переел, насытился, так еще насыщение, оно энергию дает. То есть, понимаете, это, ну, самое выгодное, естественно, для человека питание. Тут посадил дерево, вырастил и ешь. И, ну, достаточно, главное только поменять это вот содержимое этой вот коробочки, понимаете. Это сложно сделать, но к этому надо стремиться. Все так просто сразу не получается. У меня на это ушло, ну, по крайней мере, уже 2 года. Осознание этого, ну, к тому моменту, когда я начал вегетарианство, к этому тоже надо было прийти. Не курить, не пить, там, не гулять и тому подобные вещи. Это... Организм должен иметь к этому предрасположенность, что ли, чтобы отказаться от всего от этого. Таким образом, прийти к тому, к чему я сейчас уже пришел. Ну, то есть, ну, любой человек может, в принципе, к этому прийти, но разными путями. То есть, у всех, как бы, вершины свои, вот, но у многих они совпадают с целью. И к этим целям идут разные тропинки. Главное себя не насиловать и понять, для чего ты это делаешь. Для здоровья, для своего здоровья, для здоровья своих родных, близких. Поддержать экологию, сэкономить ресурсы планеты. Ну, много разных причин. Для духовного развития, для, ну, ускорить свою эволюцию. То есть, ну, как бы человек, гомо сапиенс, это его, ну, как бы, не конечное развитие. Вот человек ест, пьет, да. Это надо продолжать развиваться, не быть животным. Животные тоже едят, пьют, спят, совокупляются, обороняются. То есть, по сути, то, что человек может соображать, ходить на двух ногах, это его никак выше животных не ставит. Надо как-то по-другому себя вести, чтобы быть подальше от того поведения, которое животные показывают нам. И, ну, все карты вам в руки. Только берите, растите и ешьте, собирайте и ешьте. Ну, конечно, бывают случаи запущенные, когда сложно перестроиться, но это все-таки реально сделать. Ну, а у тех, у кого нет аппендицита, это, конечно, сложно. Очень сложно. Ну, аппендицит... Это своего рода инкубатор. На тот случай, если в организм попадает термически обработанная пища. Когда эта пища уже проходит, из этого инкубатора появляется наша микрофлора, которая питается сырой растительной пищей. Ну и если больше не будет попадать термически обработанная пища, то в принципе аппендицит и не нужен. Самое главное, чтобы сама микрофлора развилась. Ну, для этого можно и кисломолочные бактерии употреблять, и специальные закваски, чтобы для начала только, чтобы она развилась. В нашем кишечнике, допустим, около 2 кг, 2,5 кг микрофлоры. 2,5 кг. То есть, понимаете, что... Ну, определенно они очень быстро размножаются, а в определенное время их количество увеличивается. И это самый чистейший белок, его организм использует в частности для построения, для замены и построения мышечных тканей. Вот. И также они выделяют те же самые белки, жиры, углеводы, да, аминокислоты, витамины и макро- и микроэлементы. Это все. Ну и постепенно организм перестраивается и сам начинает
синтезировать. Я до сих пор сам поражаюсь, как можно насытиться с трех яблок. Но все равно к этому нужно привыкнуть. Привычка есть помногу от пуза. Она нарабатывается в течение всех моих 26-7 лет. Вот, а сейчас приходит осознание, что ты можешь наесться тремя яблоками. А ну этому, это как этому действительно нужно привыкнуть. Понять, что тебе незачем есть больше. Чем меньше ты ешь, тем легче твоему организму становится. И когда приходит это осознание, вот на своем опыте уже, ну, надо, чтобы под физическое состояние еще ум как бы подстроился и понимал, что передать действительно очень плохо. Ну, таким вот образом я получил знания на своем опыте, и ту информацию, которую я вычитал, я применил на опыте, получил знания. Теперь это действительно мои знания. Я могу насытиться от трех яблок за один прием пищи. Вот. И с завтрашнего дня буду уменьшать норму. То есть, допустим, начну там, не знаю, ну, с вот этой вот кучки, если он до завтра доживет, пока не знаю, там, с 10 яблок, ну, с 15 яблок в день, скажем, по 5 яблок за раз. И постепенно уменьшать. Посмотрим, что из этого получится. Ну, конечно, применяя практику задержки дыхания, пробовать концентрацию, вот, таким образом контролировать свои мысли и чувства. Очень помогает чтение соответствующей литературы. Ну, а какое именно, я расскажу попозже.
На улице плюс 20. В комнате 20.5.
смотри, оборзели. Это ножка. Ну, потому что ночью покоя нет, так они еще, блин.
Окей. Окей.
Пора заканчивать на сегодня. Измеряю давление. Меня интересует пульс больше, чем давление. Дыхание у меня спокойное, ровное. Важно то, как работает сердце, какой пульс. У спортсмена пульс около 55, естественно, в спокойном состоянии. Сердце у них здоровое, сильное, поэтому, чтобы обеспечить организм достаточным количеством кислорода, сердцу много усилий прилагать не надо. Как вы видите, я веду мало активный образ жизни. Но несмотря на это, у меня пульс 63. Я считаю, это хороший результат. По крайней мере, это далеко не плохой результат. Давление 159. Пульс 63. Теперь я завершусь. 75,3. Такой вес, не больше, у меня должен быть завтра утром. Все на сегодня. Сегодня подключусь к интернету, буду загружать файлы.